Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и мы продолжаем проходить игру Alan Wake. Так, друзья, на вертолете разбились наши. Мы не пошли по трубе. И нам нужно... спуститься вниз к ним. Так, здесь тайничков никаких нету. Ничего интересного нету. Пойдем туда. Блин, патронов тоже нифига нету. Фига себе эта баба. Она и здесь умудрилась даже нарисовать все это. То есть получается, она как будто что предвидела все. Так, у меня еще граната есть. Это хорошо. Но патронов нету, это плохо. F5. Падающий вертолет. Ну это все записи, которые мы находили. Мы, короче, считать не будем. Так даже будет интереснее. Грубо говоря, всю книгу пережить, при этом не зная, что там произойдет в ней. Сожгли птичек. Птички, горите. Этот фонарик хорошо птиц жарит. Достижение даже выполнил. Сам не летай, другими давай. Как раз таки намек на то, чтобы не летали здесь птички эти. О, патроны. Как раз таки для ружья нам. Пригорел пердак. Обычно фонариком хрен такое сделаешь. Только, кажется, можно по этому сползти. Он еще стайка. Так зажарим. А, вот еще. Так. Ладно. По поваленным деревьям мы пойдем. Самое интересное то, что фонари, они тоже разные, большие даже есть. Вот у нас здоровый фонарь. Он имеет длинную шкалу заряда. А от этого попадались еще и мелкие фонари, короткие, но большие. То есть он мощный, но заряд мало. А вот таких больших, как сейчас у меня, у него получается заряд большой, но длительно можно светить, и при этом мощно. Crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. Они живы, получается, что ли, то что их нет здесь? Значит, получается, они живы. О, это все раскидал тут.
А телефона у Бари нет, что позвонить. Надеюсь, ей тьма не овладела, чтобы не хвалить. О, привет, ребят. Мне на вас подарок. Так, погнали. Наших городских. Хоть где-нибудь мне патрончиков еще дадут? Так, револьвер. Хоть на револьвер приди. Ну, дамба. Нифига себе дамбочка. Ух, ё. Да ладно. А тебе не надо целиться, девочка. Тебе надо просто стрелять. Спидра нахреновый. И где он тут носится? Уговорили. Уломали, так сказать. Почему глазом только вот на нее не действует ничто? На нашего друга тоже. Сначала я затарюсь, что здесь есть все. Так, батарейки есть. Только не говорите, что пока он будет ехать. Так и думал. Все? Ух ты! О, кофейку. Мужик, хочешь кофейку? Нет? Да ладно. А если я так залью? Ладно, кофеек со свинцом ты, я понимаю, не хочешь. Thank you.
Все? А ты нажать не можешь. У всех только руки отсыхают. Well, Weaver's crazy, but she's got something Zane left behind. Something to fix this. Gee, could you be a little more vague? Thomas Zane? Seriously? Might as well be Paul Bunyan or Bigfoot. Yeah, well, he was real. Let's be careful, okay? Блин, хорошо, хоть не один ходишь тут, блин. И что? Я ж нажал кнопку. А, вот так вот. Твою мать. Should be in the dam now. I'll have to make it alone through the top. Okay, wait. Good luck. Don't get yourself killed. Please be careful. I'll take good care of Barry, Wade. You just look after yourself. Опана. You gotta be kidding me. Жалко от этих вспышек. Не умирают эти одержимые. Да, посрать точно есть чем подтереться уже. Что-то не пускают? Давай. Ты же хотел залезть туда. Все, край карты. Ладно. Лишь бы... Ну вообще, красота. Я уж думал, сейчас передохну. Думал уже, блин, сейчас спокойненько пройду по светам. Здесь никаких тайничков нигде нету. Нычек. Написано для лохов. Инструкция для чайников, блин. Ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. Троих завалил. Хотя, мужик, я так накажу.
Ух ты, ребят, сколько же вас тут, а? Где ты тут? Ах, зараза, а? Да мать вашу. Давайте всех сразу, четверых. Даже достижения дали. Что, все? Ну зашибись. Не только этого не хватало. А, блин, зараза. Зашибись вообще придумали. После такого маха еще от смерчи убегать. Твою мать, а? Ух, ё! Бежим, бежим! Ща опять... Ух, ядрён твою! Блин! Куда он бежит? Вообще непонятно. Просто не знаю, что произойдет впереди. Блин, это слава богу, что еще не попадает по нам. Это верный крандык был бы. Так. Тем более камера сделана так. Немного с наклоном. Что получается, ты бежишь как бы под углом. Твою мать. Ёкарный бабай, так и посраться точно можно. Всю рукопись, блин, измажешь, жопу потирая. Да, наше правительство бы о нас так заботилось, как об этой комнате бабуси это. Нифига себе, бабуля в войне этот.
Ну давай, что у нас? Take it, and I won't need to worry about the room anymore, because 633 and 118 need changing soon, and I don't want to climb up the ladder to change them, because it's very late, and I'm tired. And if you take it, I won't have to do that anymore. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker. And flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence in a story I had written. I can get to her now. I can finish this. Я думал, там сейчас кому-то ногу оторвет. Пятый эпизод закончен. Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Такое ощущение, что весь уровень мир написан Аланом Вейком. Шестой эпизод у нас начинается. Мы просыпаемся в Нью-Йорке где-то, в своей квартире, видимо. I had a hangover. My head was about to explode, and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. The sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without. Так, видите, обезболивающие я должен искать. I wasn't sure I'd make it out there without some painkillers. Что-то не открывается. Типа у нас в голове звенит. The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. Звон закончился. Фига себе, ванна такая, блин, мне бы такую ванну. There was a message waiting for me on the machine. Так. You have one new message. Ow! Are you still asleep? Wakey, wakey! You should have your show on your TiVo. If Alice wasn't too mad to record it, as she called me earlier and really chewed me out. Yeah, we went a little overboard last night. But parties are a part of this business. Al, look, I'm saying this as your friend. She's not doing your career any favors by trying to run your life like that, okay? I'll talk to you later, Al. Watch the show! Типа намекаешь, что надо бухать, и она типа мешается нашей этой работе. Welcome back to the Harry Garrett Show.
Thank you. Thank you, everybody. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author, Alan Wake, about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read. Go buy it. No, no, it is a good read. Look, I'm going to be honest here. Is that wise? No, but I'm going to do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy. But this one, Шутник, блин. I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet, based on the sales figures, the two people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously, though. 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. Типа все, герой выжил себе. Departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with a lady. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good. Great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Onto parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face reset. There it is. And our musical guests, Poets of the Fall. Thank you, and good night. At least I'd been funny. I told myself I could live with that. Hey, honey. Did you watch the show? I didn't say anything stupid, if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? Go back to sleep, Alan. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal, and you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Зря ты, мужик, это предложил. Ой, чмоки-чмоки и все такое. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. See you later. И опять этот грёбаный фонарик. I'd flick the switch of the clicker.
had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. О, кто-то уже ездит здесь. Машина с этим лосем там или оленем. Кофеёк. Так, опять все отобрали. Пистолет. Так, здесь ничего нету. Поедем на тачке, само собой. Where is on? Так. Влево, вправо, влево, вправо. Энерджайзер даже есть, ё-моё. Так, насос заехать, посмотреть, здесь может что есть, валяется интересное. О. Так, только батарейки и все. Я думал, там патроны лежат, а там банка лежала. Ладно, поехали следующим. А здесь у нас что? О, вот это хорошо. На фонарика нет, что ли? Так. Патроны к сигналке есть, а самой сигналки нету, нифига. Но все равно нужно останавливаться, где-то собирать патроны, потому что фиг знает, что тут нас ждет. Блин, какой же дохлый Алан. Так, давай, давай, мужик. Не будь дохляком. Блин, так как будто чтобы ничего не происходило. Чё, нету входа? Блин, ну хоть бы что-нибудь найти интересное здесь.
Да. Далеко мы не уехали. Ладно, на этом мы закончим. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии под видео. Всем удачи, всем пока. С вами был Басон.